Ура, новый урожай. Завтра буду собирать. Какой чудесный день. Где моя тыква? Завтра расскажу друзьям. Да кто опять грабит мой огород? Ты мне продашь тыкву? Я бы дал бесплатно, но кто-то их ворует. Что будем делать? Я знаю, как тебе помочь. Это, наверное, крыса. А у меня есть мышеловка. О, круто! Какая большая! Что будем делать? Зажарим. Отпустите меня, пожалуйста. Я больше так не буду. Жалко. Давайте отпустим. Окей, только больше не приходи в мой огород. Ура. Пингвин возвращался домой из путешествия. Но вдруг поднялся смерч, и кораблик попал в него. Что же мне теперь делать? Смерч сломал двигатель моего корабля. Ух ты, какой маленький пингвин. Привет. Привет. Ты как тут оказался? И пингвин рассказал ему, как было спокойно, и как смерч принес его сюда и сломал кораблик. Я могу помочь тебе вернуться в Антарктиду. Как? Мы сделаем твой кораблик летающим, и ты быстро заберешься домой. Это здорово. Ух, с пингвиненком отремонтировали кораблик и поставили туда реактивный двигатель. Счастливого пути! Спасибо. Это был спокойный день, пока не пришел мой друг. Ух, вставай, быстро идем за грибами. Ну я, конечно, вышел, чтобы сказать ему, ты что меня будешь? Идем за грибами, мне скучно, и вообще идем за грибами. Ну ладно. Ура, я за корзинкой. Ладно, мне тоже корзинка нужна. Все, я готов. Я тоже. Ну, пойдем туда в лес. Пойдем. О, грибы. Чур, это мои. Эх, ладно. Мухоморы. Мои. Мы собрали еще немного грибов. Все, я устал. Давай отдохнем и съедим грибочком. О, давай. Ну все, надо домой возвращаться. Ой, а где же дорога домой? Мы что, заблудились? А ты кто? Живой куст? Стой, ты знаешь, как нам вернуться домой? Да, знаю, идемте за мной. Куст показал нам дорогу домой, и мы пошли за ним. И вернулись домой. Спасибо, кустик, пожалуйста. Привет, ты не видел моего пингвина? Нет. А может кто-то его зажарил на шашлык? А может его украли? Да хватит меня пугать уже. Что случилось? У меня был любимый пингвин. И он куда-то ушел. А я, кажется, его видел в аквапарке. Давайте пойдем и поищем. О, хозяин аквапарка любит на десерт жареного пингвина. Да перестань, ты меня пугать уже. Ты не видел тут нашего пингвина? Видел одного, он тут катался и потом куда-то ушел. Куда же он убежал? Ты не видел тут моего пингвина? Да, видел. Он катался и даже не заплатил. Я за него заплачу. Вот, держи. О, привет. Ты куда от меня убежал? Я просто очень хотел кататься. Если хочешь кататься, скажи мне, и мы можем вместе пойти кататься. Хорошо. Ха-ха-ха, теперь это мой зэк. Что опять случилось? Он опять украл моего зэка. Давай мы устроим ему ловушку. Окей. Вот, я сделал клетку. Теперь будем его ловить на приманку. Прячься.
О, еще зэк. А, выпустите меня. Сначала верни моего зэка. Забирай. Я еще вам отомщу. Мой зэк. Я отойду. Очень надо. Окей. Что за кривой пень? Ну и ладно. А, нога. Сломал, наверное. Друг, помоги. Бегу. Эй. А, нога. Привет, что случилось? Инопланетянин посадил моего друга в тюрьму. Надо его спасать. Он забрал ключ с собой. Я знаю, что делать. Что? Мы построим ловушку. Хаги-лаги? Да. С его помощью мы поймаем инопланетянина в эту клетку. Что за клетка? О, мой друг Хаги-лаги. Вот ты и попался. Больше не будешь обижать моих друзей. Я еще отомщу тебе. Ура! Спасибо! Ух, у тебя есть робуксы? Да, есть. У меня нету. А что ты думаешь про сайты, где робуксы дают бесплатно? Или другие места? Это все обман. Пойдем, я тебе покажу такое место. Смотри, при робукс. Что-то подозрительно. Ура, робуксы. Так и знал, я же предупреждал.